Милан, лишенный двух очков за бесчинство зрителей, попал в непростую ситуацию. Домашние матчи команда теперь проводит в Триесте. Но проблемы миланцев этим не исчерпываются. Травмированы Гуллит и Савичевич, а Бобан успел заработать достаточно желтых карточек, чтобы пропустить очередную игру. После того, как на 16-й минуте Тони Савевский открыл счет, положение итальянского чемпиона можно было назвать катастрофическим. Спасение явилось в лице защитника Кристиано Пануччи. Вначале, замыкая фланговую передачу Мальдини, он нашел маленькую щелку между вратарем и штангой. До этого момента вратарь греков от Матсидис творил чудеса, но здесь явно сплоховал. А спустя 6 минут ему вновь не повезло. В момент удара все того же Кристиано Пануччи голкипер оступился, и мяч летел в самый угол ворот. 2-1. Милан вырвал таки очень важную победу. Тем не менее, проблемы у команды остаются. Еще ни разу в этом сезоне миланцы не показывали игры, достойной обладателя Кубка чемпионов. Свидетельство тому их незавидное турнирное положение в чемпионате Италии. Посмотрим, что покажут миланцы в следующем матче с Аяксом. Напомню, эта игра также состоится в Триесте.